Посмотрел сегодня фотографии со встречи Путина, так называемого, с Ким Чен Ыном при его поездке в Северную Корею. Слушайте, ну тут вообще настолько все очевидно, что это другой человек, что я даже не знаю, какие еще людям нужны доказательства. Ну просто посмотрите на две фотографии. Сверху, где оригинальный Путин с Лукашенко встречается, когда тот приезжал выпрашивать кредит несколько лет назад. Как он сидит, как альфа-самец, уверенный в себе, развалившийся в кресле, выслушивает вассала, который приехал что-то там клянчить. И посмотрите на фотографию внизу, где двойник Путина Васильевич, как холоп, приехал к Ким Чен Ыну выпрашивать оружие. Какой-то вид побитой собаки. Вообще когда-нибудь, в принципе, помните фотографии, что Путин оригинальный себя вот так вот вел? Не было такого. С ним ездила целая команда профессионалов, которая говорила ему, как сидеть, как двигаться, как себя преподносить. Мало того, Путин себя ощущал оригинальным властелином России, что он всех построит, всех подвинет, кого нужно. Тем более каких-то Ким Чен Ынов, диктаторов страны-изгоя. А тут, ну это что вообще такое? Ну что это такое? И какой-то ученик-двоечник приехал на встречу с учителем. Вот фотография крупным планом, где Ким Чен Ын, привыкший к безраздельной власти у себя в Северной Корее, смотрит свысока на это непонятное создание, которое приехало к нему и изображает президента России. Вот на этой фотке, на третьей, посмотрите внимательно на ноги двойника Путина, Васильевича. Вы видите, что это обыкновенные ботинки. Вы помните, что у Путина, у оригинального, были так называемые пониходы? То есть это ботинки с высокой платформой, чтобы пятку поднимать. Поэтому он ходил в длинных штанах, чтобы скрывать эти специальные ботинки. Потому что он хотел казаться выше, поскольку он был невысоким человеком. А здесь обыкновенные ботинки. И опять, Ким Чен Ын сидит расслабленный и довольный, что ему улыбнулась такая удача. И справа Васильевич с натянутой улыбкой, как будто приехал к начальнику. Здесь вообще Васильевич как какая-то курица на насесте. Реально какой-то взгляд служанки на Ким Чен Ына. Это что, вот это создание? Похоже на президента России. Как люди вообще могут на это вот смотреть и верить, что это реально Путин? Ну как? Неуверенный в себе, зажатый, с каким-то забитым просящим взглядом, снизу вверх смотрит на Ким Чен Ына, пока тот довольно его осматривает. Тут даже говорить ничего не надо. Тут язык тела сам за себя все говорит. Финальная фотка, пятая. Ким Чен Ын что-то уверенно рассказывает, двигает какие-то пропагандистские мотивы. И Васильевич такой взирает на него с полным недоумением. Что происходит? Это реально афера мирового масштаба. Такого в России никогда не было, чтобы устраивали такую клоунаду на протяжении такого длительного времени, и в которую бы соглашались играть лидеры других стран.